Добрый вечер, дамы и господа! Рады приветствовать вас на матче второго тура нашего третьего летнего РМР-турнира. Сегодня у нас встретятся две замечательные команды. Relaxers против Homies. Две команды начали этот сезон не в лучшей своей форме, но по ходу продвижения набрали критическую массу опыта. И сегодня готовы показывать и доказывать все, на что они способны. Карты у нас выбраны. Первым мы пронаблюдаем песочницу. Это выбор коллектива Homies. Второй картой будет лицезреть Red Alert. Это в свою очередь вычерк команды Relaxers. Освещать данное противостояние будет наша студия StreamTO. Я Кортизол, наш прекрасный оператор Татьяна Даллас и мой замечательный и сногсшибательный коллега майор Денис. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, Кортизол. Ничего себе, прям после такого представления я себя почувствовал на... как будто на The International. Здравствуйте, да. Привет, ну что? Будет классно, круто. Действительно, команды собрались с потенциально большим духом, и есть здесь именитые ники и игроки. Что вы думаете вообще по всему данному матчу? Какие мысли? Ну, я думаю, что действительно оба коллектива готовы, и они будут показывать все, на что способны. Равные, отчасти, действительно, это равные команды. Хомяки с первого РМР прям очень много чего сделали, натренировались, и явно по составу к ним пришел Сторис, можно так сказать, матерый игрок, у которого есть опыт, и который может новичкам дать все, что он умеет. Ну, а Relaxers все-таки усилились, Никита еще в прошлом РМР-турнире, и я думаю, что 4-2, то, что они заняли, они 4-1 заняли на прошлом РМР-турнире, это был хороший результат от них, и они будут пытаться повторить его. Делит у нас происходит, ну и будет начинаться у нас первый раунд данного противостояния. Да, что ж, это песочница, это классическая песочница. Ой, я прям готов, слушай, но прошлый матч так подогрел, интересно, вот это прям мейн-ивент сегодняшнего вечера. Филадельфия, давай посмотрим вообще кто, что, где, у нас Сквиртл, это, так, это у нас команда Relaxers, если я не ошибаюсь, да. Как раз таки. Итак, поехали за сегодня за Relaxers. В первом раунде, по крайней мере, будут выступать Сэнджин, Никита, Спайк, Мавиха и Сквиртл. За коллектив Homies сегодня будут выступать Целяви, Джеймсон, Дунтурион, Филадельфия и Heartbreaks. И уже начинают ребята из коллектива Homies довольно активно прессинговать своих оппонентов. Heartbreaks забрал овердрайв на центре, у него уже есть такое преимущество, как овердрайв Викинга. Коробочка на центре также будет выпадать буквально скоро. Ну и пока что довольно-таки грамотно по позиционке играют ребята из Homies, заняли оба контейнера, пытаются сейчас на центре, возможно, Викинг разменивать как-то овердрайв. Так и есть, нажимает свой, по Никите будет накидывать урон. Успеют ли ребята из коллектива Relaxers его сейчас добить? Не успевает, там Солеви еще под шумок просто-напросто на своем паладине будет пытаться увозить. Никита также ответный увоз есть. Тантурион тут пытается как-то добить вражеского флагоносца, но не получается. И, возможно, мы будем наблюдать размен на карте песочницы буквально спустя минуту после начала этого раунда. Меня доживи просто в голове здесь происходит. То же самое, тоже, точно такой же план, точно такой же сюжет был на первом раунде песка в прошлой игре. Так, отдают под Тантуриона. Кстати, как тебе ник вообще Тантурион? Вот по 10-бальной шкале оцени, пожалуйста. 10 из 10, просто отличный ник. Вообще, ребята, и Heartbreaks мне очень нравится, и Солеви тоже довольно интересный ник. И вот пытается дальше как-то тут просто-напросто перестрелка пока тактическая по флангу. Пытаются ребята из Relaxers как-то пробить брешь в защите коллектива Homies, но неудачно. На самом деле сложно что-то сделать, пока не накопили овердрайвы. Напоминаю, что уже второй РМР отыгрывается так, что у нас овердрайвы копятся чуть дольше, чем обычно, поэтому ближайший овердрайв условного АРСа будет только на 7-й минуте, поэтому еще минуточку, я думаю, что ребята поиграют по большей части в ТДМ, но будет важно через 25 секунд законтролировать овердрайв на центре коллективу Homies. Хотел шутку сказать, типа Тантурион, Брейкхард такой, типа, ну да, крутые ники, а вот Никита не очень. Ну ладно, это Рофл, отличный, великолепный ник, каждый ник носит свою изюминку, скажем так. Ну что ж, Солеви минус, пока что размены все так же происходит. Heartbreaks у нас, да, там они вроде как, ой, с двух сторон по нему стреляют, и Сэнджин попадает, и Спайка, о, Спайка в кармане убили, битва за овердрайв в центре, Мавиха, Филадельфия, овердрайв использует неплохо, только вот подобрать бы не подбирает. Сверху, оказывается, он на Сквиртл. Ну да, и контролирует у нас овердрайв Викинг красного коллектива. Хочется, к слову говоря, подметить, что Викинги у нас выбрали разные пушки абсолютно, сетап меняется. Коллектив Relaxers предпочли отыграть на молоте, в свою очередь Homies
придерживаться более такой метовой, уже сформированной за прошлые два мэра Смоке. Посмотрим, что из этого на самом деле будет лучше, потому что в моем понимании Смока все-таки она лучше. Тебе не нужно ехать сближаться, чтобы нанести максимальное количество урона, а вот молот в этом плане будет проигрывать. Но на молоте на самом деле намного проще и удивительно можно прожаться, нежели на Смоке. Слушай, вот в этом плане я хочу сказать то, что нужно добавлять больше игровых киберспортивных пушек, корпусов. Это всегда классно, когда есть разнообразие, знаешь. Так, а ну-ка, Сквиртл проживается, раз, два, вылетает в Филадельфию, теперь шарик еще тоже есть, Центурион пытается танцевать здесь, и по голове, ой, все, закончились, Мавиха приезжает, но уже подавление, конечно, вешает на оппонентов, но на этом все. А сразу же Соляви, контратака, пошел в погоню за Никитой. Шарик есть здесь, айсшот, великолепно. Спайк немножко подгашивает туда за Джеймсона, должен отваливаться. И обе команды провели великолепное дефирование. Да, действительно, и деф, и заходы обоих команд были довольно угрожающие, и практически все овердрайвы на карте были отданы, кроме Викинга синего коллектива. Овердрайв на центре у нас будет падать абсолютно каждому из коллективов, сейчас нужно его контролировать. Джеймсон как-то будет пытаться это сделать, Сангвин сейчас находится на центре, и вероятнее всего именно ему достанется данная коробочка. Так и происходит, РС красного коллектива восстанавливает себе ультимативную, ну и, возможно, как-то пытаться именно первым темпом сейчас будут играть ребята из коллектива Relaxers. Пока что более зажато выглядит Хомис на этом размене, буквально впятером сейчас на своей базе стоят, пытаться как-то разъезжаться по флангам, нужно со Спиртом тут разобраться. Никита очень агрессивно, к слову говоря, стоит, пытается как-то выезжать на открытую позицию, накидывать урон максимально, помогать своей команде, чтобы вернуть этот флаг. Да, я продолжу мысль по поводу пушек. Вот, классно, вот реально классно, мне прям даже нравится, и глаз радует то, что сетап сейчас не дефолтен. Вот это касается как раз-таки Викинга Молота и Викинга Рикошета. Классно, когда разные сетапы, классно, когда разные стратегии используются, а не просто по дефолту берется Викинга Молот и все, и на этом мы остановились. Череда атака происходит со стороны красных, Арес, ну там опять же всех развалит, Мавиха, наверное, ничего, да, не сделает, а если сделает, то там труп останется. Сэнджин всех просто разрубили топорами, Сквиртл теперь приезжает без овердрайва, мало чего он там сделает, и, соответственно, его наказывают, отправляют в гараж. Ну и 4,5 минуты до конца, пока счет 0-0, размен у нас продолжается уже большую часть раунда. Ну и пытаются как-то, возможно, даже больше атак сейчас на вражеский флаг сделали ребята из коллектива Relaxers, пытаются оказывать давление на своих оппонентов, но пока что безуспешно, и как-то потихонечку тактически перестрелочки, просто-напросто за позицию будут бороться оба коллектива. Сейчас Джеймс и Соляви тут на своем фланге, но довольно-таки быстро выбьют что Паладина, что Ареса, и займут эту позицию уже ребята из коллектива Relaxers. На центре Хейтбрэкс нажимает удар, Викинг разбирается с первым, со вторым будут разбираться, успели забрать, забирает коробочку, отличная игра сейчас от Викинга синего коллектива, нажал свой удар размен, ну и небольшое давление оказал, ну и не дал такую возможность своим оппонентам. Ну, вкуснятину здесь сделал. Синий Викинг однозначно сделал даблкил, забрал овердрайв и как герой отправился в Вальхаллу. Просто великолепно здесь. И продолжает, вот он уже рестлился, кстати. Пошел в ПВП против Мавихи. Ой, как же здесь долгая рубка. И кто же эту решающую все же паечку даст? И все же решающая паечка влетает за Филадельфией. Хардбрикс у нас все, погибает от Никиты. Я думал, будет делит, но Никита помог ускорить этот процесс, собственно. Пока что просто происходит какая-то позиционка. Нету никаких фронт-атакующих, скажем так. Вот он, ремкомплектик падает, дроп есть. Просто перестрелка. Да, пока что просто перестрелка, но это явно затишье перед бурей, потому что еще овердрайвы у обоих коллективов появятся, овердрайвы РСов так точно, и у паладинов, вероятнее всего, они также будут. Но пока как-то пытаются именно позиционно не дать никому заехать на свою базу. Вот сейчас Мавиха на пару с Ангвином пытается что-то сделать. Тут зажато довольно не играть. Соляви будут пытаться разбивать их Филадельфия на пару. Но, вероятнее всего, сейчас Филадельфия мог бы ехать прожимать, но не стал он этого делать. Решил просто отыграть на урон. Ну и разобрались они тут со Сквиртлом с противоположного фланга Джеймсон. Отлично держит позицию на контейнерах. Овердрайв на центре у нас будет выпадать. Хейлбрейк в очередной раз летит уже на центр, чтобы, возможно, разменивать свой овердрайв. Выезжает он уже на огневую позицию, нажимает свой овердрайв, разбираться будет, скорее всего, сейчас с Мавихой. Получает он уже пол хп, но все-таки успевает опять-таки без аптечки практически на 0% здоровья забрать эту коробочку, ну и в очередной раз просто разменивает. Можно бы, я вот, если бы, честно, если бы меня взяли бы на озвучку выстрела с Маки, я бы вот, когда он использует
Когда он использует у ведра викинга, я бы вот так вот так вот бы почему-то, не знаю, почему хотелось бы мне озвучить смоку, он так быстро стрелял, что мне кажется, быстрее просто никто не стреляет смоки. Просто визуально так показалось. Так, ну Никита дефается, вроде как синие ребята с фланга сейчас пытаются немножечко атаковать. Ай-яй-яй, что ж ты делаешь, Карбрикс, видно в моменте, как... Ай, Селеби тут даже похоронили, просто закопали лопатами, забили там их. Два овердрайва, кстати, было проюзано в пустоту фактически. Да, и два очень ключевых овердрайва, Викинга и Ареса, которые копятся дольше всего на карте. И Хардбрейк вроде разменивал три раза подряд этот овердрайв на центре, и по итогу просто-напросто вот так с ним прощается. Джеймсон также шарик абсолютно плохой. Была, я уверен, что информация про то, что там есть Хантер с овердрайвом, но все-таки именно такое решение принял Арес синикового коллектива. И сейчас явное преимущество есть у ребят из коллектива Relaxers, как минимум то, что у них еще будут овердрайвы. Как минимум у Мавихи уже он имеется, овердрайв Паладина, возможно, как-то под него будут сейчас пытаться отыгрывать фланг атаки, но пока что в очередной раз тут перестрелка. Да, пока что не особо, я смотрю, не пылко прямо команды рвутся на размен. А, у нас минута осталась раунда, между прочим. Очень интересный момент. А вот сейчас что-то может получиться. Сквиртл время пока что тратит только, по-моему, или тебе... А, там овердрайв на... Да, вот так вот бы я, наверное, озвучил выстрел рельсы, и Спайк все-таки подбирает овердрайв. Сквиртлу немного не повезло здесь, в этом эпизоде, и решающие 40 секунд, посмотрим, что из этого выйдет. Да, 40 секунд, и я уверен, что сейчас Сангвин даст шар просто как сможет. Филадельфию тут разберут, Сквиртл уже летит в одиночку, как-то пытается возвращать 25 секунд до конца. Джеймсон, Хардбрейд с центра получит тоже тут критический урон и, вероятнее всего, отправится на рез, но пока что на него не обращают внимания. Сангвин уже заряжает шарик под Мавиху. Кто говоря, время вернуть-то есть, только вот у Дентариона имеется сосуля, и если он грамотно сейчас все сделает, то он вернет этот флаг, но там даже и без этого удалось все это сделать. Сангвин как-то пытается еще ехать на своего оппонента на Викинге, но я думаю, что у Хатбрейса еще есть аптечка, и в случае чего он прижмется секунда до конца. Ну и 0-0 по итогу, 9 минут размена мы увидели. Довольно такая сухая игра, позиционная перестрелка. Ну, как мне кажется, команды просто немножко привыкают друг к другу, и второй раунд у нас будет намного более динамичный. Ой, я на это надеюсь. Если все закончится 0-0 на песочнице, это будет крайне грустно. Не хотелось бы мне, конечно же, этого увидеть. Вот, поэтому ждем. Ждем мы однозначно какой-нибудь экшен на песке, но это должно произойти однозначно. Вот, действительно, первый раунд у нас такой более разминочный, команды присматриваются друг к другу. Хотя уже знаешь, что присматриваться, если все, в принципе, друг друга уже знают, уже переиграли друг с другом по 10 миллионов раз. Вот, ну единственное, да, что вот комбинация игроков порождает новые стратегии, новые позиционки, новые атаки. Это радует. Да, действительно, полностью с тобой согласен. Возможно, на ТКВ эти ребята еще и встречались, но вот ни одной официальной игры, сыгранной между этими коллективами, не было. Только на зимнем мажоре третьем РМР зимнего мажора, и тогда состав у коллектива был совсем-совсем другой. Поэтому посмотрим, что выйдет сейчас. Я думаю, что... Явно оба коллектива намерены серьезны и будут сейчас во втором раунде забирать, как-то пытаться именно ребята из коллектива Хомис, потому что выбор-то это их карты. Что будет на Редалерте, нам неизвестно, как Relaxers подготовились к этому Редалерту, потому что, насколько мне известно, у Хомиста Редалер довольно-таки внушительный, и Relaxers точно просто там не будет. Я надеюсь, да, надеюсь на вот это вот. Вот этот прогноз. Опа, овердрайв. Кстати, реддик я уже давно не видел. Это будет первый реддик для меня за 5 месяцев. Вот, поэтому я даже соскучился за ним. И Heartbreaks. И опасная ситуация сейчас у нас уже создается, поскольку это достается Викингу. Ну а Викинг, как известно, это один из главных составляющих атаки. Главная единица, скажем так. Поэтому это хороший шанс для... Хомис, сейчас сделать экшену в начале раунда. Можно даже два флага привести, попробовать, если все грамотно законтролировать. И вот она, крайние 10 секунд, и мы начинаем уже второй раунд.
Да, делиты были произведены, ребята, начинают этот раунд, Никита уже с правого фланга будет закрепляться за контейнерами, очень хорошая позиция для Крусейдера, как только с респа ему удается занять эту возможность, он будет ей пользоваться. С противоположной стороны Салляви у нас занял контейнеры, ну и пока что вот пытается уже с первых секунд релаксер заказывать давление на своих оппонентов, Мавиха на пару с Ангвином, также Никита будет пытаться заходить на вражеский флаг, но отличный фокус от коллектива Хомис сейчас по вражескому паладину, и флаг здесь никуда не уйдет, Сквиртл уже летит на всех парах, уже просто по респам едет Викинг синего коллектива, без аптечки остается на пол хп, будет пытаться увозить 0 хп абсолютно, один страйкер прилетит ли по нему сейчас, но нет, блокирует Мавиху урон этот критический, с левой стороны все хорошо, у ребят из коллектива Релакса, мы увидим первую доставку буквально за 40 секунд, ребята из коллектива Релакса открывают счет в этом раунде, в этом матче, и первый флаг доставлен. И даже ультимативная Викинга не помогла здесь у нас, Хомис. Вот, но релаксерсы, да, красавцы, молодцы, организовали действительно крутое движение. А ну-ка, Heartbreaks, пока что минус один, и на этом сдулся красный викинг. Слишком много ребят его атаковало, так, Салляви без овердрайва, вообще просто, в принципе, решила на морозе именно залететь в синюю движуху, получал там... Немножко попугал ребят, ну и на этом все закончилось. Так, пока что перестрелка, опять же собираются коллективы с силами. Никита заряжает... Ууу, как он зарядил неплохо сейчас сквозь вот эти вот маленькие прощелины в контейнерах. Но атаки пока не намечается со стороны синих, это значит, потому что всех разбирают. Инжин на лид, Сквиртл улетел, Спайк тоже. Никита на лоу хп, сейчас им займется Салляви, не успел... Ой-ой-ой, даже вот так вот просто! Вот так вот просто дадут сейчас этот флаг, действительно... Нет, так просто не будет. Сквиртл нажимает ее драйв викинга с центра. Сейчас разбирается с вражеским флагоносцем. Ну и Никита здесь должен возвращать. Есть контратака от коллектива релакса. Сейчас Сквиртл на подхвате. Без аптечки он уже остается. Тут урон отличная сосуля по троим есть от него. Салляви будет пытаться тут накидывать урон по флагоносцу, но не хватит его. Сангвин пол хп без аптечки подхватывает уже вражеское знамя. Тут урона добили. И Сангвин будет продолжать этот увоз. С центра есть только Heartbreaks. С противоположного фланга Джеймсон будет пытаться как-то переграждать дорогу своим оппонентам. По Мавихе урон не приходится. 0 хп абсолютно паладин. Только сейчас его добили слева. Фланга есть у нас перехват от Салляви. Отличное прожатие от Спайка. Нужно разбираться ему с паладином, почему на него не смотрит. Только сейчас обращает внимание, тут Урион в попытке вернуть флаг. Пол хп остается, Никита без аптечки целый. И шарик от Сангвина в деф. Отличный шарик от Сангвина. И сейчас это будет доставка первого флага, второго флага от коллектива Релаксер. Сангвин, отличная игра сейчас командная от Релаксер. Просто что-то невероятное. Вкусняшка, вкусняшка, а не эпизод, на самом-то деле. Еще овердрайв забрал Санджин. Вот это крутяк. Ну, вышли сухими из воды, однозначно, я это так могу назвать. И сейчас, так, Никита, рельсой по Тантуриону, Спайк, Спайк. Так, ладно, хорошо, Филадельфия разрядился по Сен-Джуину. Есть вроде небольшая атака, правда, без овердрайва. Посмотрим, чем увенчается данный поход. Увенчалась смертью Heartbreaks'а. Салляви проживается вот в данный момент. Кстати, там Джеймисон есть, если что. Шарик Ареса. Поехали, Салляви. Опа, Сквиртла убили. Шарик. Хиляет у нас Салляви. Все так же по-прежнему. Салляви минус. Дает, уезжает Сенджин, а там Мавиха только на рикошете, его тоже убивает Никита, нет никаких спасительных овердрайвов, и Никиту тоже наказали за его наглость, это 2-1. Да, ну и вот такой спокойный, грамотный, тактический, как по учебнику, заход от ребят из коллектива Хомис и доставка первого флага. Возвращаются они в игру, есть у них еще шансы все, чтобы сравнять. Времени просто вагон, 6 минут, овердрайвы на центре еще падать и падать будут. Своих овердрайвов пока что ни у кого на карте нету. Пытаются дальше как-то оказывать давление на своих оппонентов ребята из Хомиса. Леви будут пытаться заходить на вражеский флаг. По Мавихе сейчас нужно скинуться уроном ребятам из коллектива Хомис. Без аптечки он уже остается. Салеви также на 0 хп. Успевает заехать на стеночку. Джеймса на подхвате будет. Но Сквиртл добьет вражеского флагоносца. Овердрайв на центре у нас падает. Heartbreaks в очередной раз уже на центре ждет эту коробочку. Но слишком рано и слишком открыто он выкатывается. Накажет его за это сейчас ребята из Релаксер. Сквиртл, вероятнее всего, сейчас заберет эту коробочку без аптечки на пол хп. Ну и восполняется себе преимущество викинг синего коллектива в виде овердрайва. И посмотрим за его реализацией. Слушай, ну я хочу сказать то, что вот по игре чувствуется, что играют коллективы, ну, среднего уже уровня. Да, есть опыт вот этот вот колоссальный, можно так это, наверное, назвать. И меньше ошибок, больше каких-то красивых мувментов наблюдается. Сквиртл просто респуется на знамени, это нормально вообще считается.
Так, Heartbreaks. Ой, там появляются два овердрайва у Тантуриона и Heartbreaks. Heartbreaks отваливается, но я думаю, что совсем-совсем скоро будет что-то невероятное. Готовится. Никита промахивается, рельсой не попадает по Джеймисону. И... ой, там айсшот, Тантурион, даблкил. Отлично. Ой-ой, смотри-смотри, два овердрайва от Викинга, поехали, Heartbreaks. Неплохо, зачистили просто спаунтер с LV. Нужно сжать тапочку, нитрую и лететь. Да, выигрывает перестрелку Heartbreaks против вражеского Викинга. Это будет доставка второго флага от коллектива Хомис. И конвейер как-то тут пытается Heartbreaks уже на 0 хп сделать, но это ему не удастся. Тантурион, сколько он живет за этими контейнерами? Просто невообразимо. Сейчас 4 мины у него там стоит, но, к сожалению, его добьют. И отправится он на рез буквально спустя 3 минуты его жизнеобеспечения за этими контейнерами. Но все-таки смогли выбить релаксерс данного игрока. И, возможно, уже как-то сейчас будут пытаться сами строить атаку. Сангвин имеет шарик Ареса сейчас. Овердрайв на центре падает. Будут размениваться, Ангви нажимает шарик, но играть не под кого, и тут Филадельфия просто-напросто выключит данный шарик, но это, конечно же, в плюс ребятам из коллектива Relaxes, потому что они не потеряли абсолютно ничего, в свою очередь выманили овердрайв Хантера и будут уже как-то пытаться строить атаку, не опасаясь Хантера. А почему это не в плюс, к примеру, команде красных, то, что он скушал шарик? То есть не надо было, ты считаешь, использовать ультимативную карту? Нет, просто карту? Он сделал все идеально, просто его вынудили нажать этот овердрайв Хантера. Понял. Так, байт своеобразный случился, я понял, стратегический байт. Ну, это, да, это круто, классно, согласен. Никита есть со спайком, который тоже с фланга, правда, спайк уже на лоу HP. Никита, айсшот по Тантуриону, попадает прямо в точку, Джеймисон выезжает. Говорит, здравствуйте, добрый вечер, тут уже и Селяви, ой, раскатали прямо Никиту и Спайка. Остается пока что три игрока. Атака какая-нибудь будет ли Селяви на пол HP? Ремкомплекта нету, овердрайв сжать неохота, я наблюдаю так ракетки там от Спайка и Никита, рельсой заряжает, а вот у него комплект появляется и возможно будет какой-то трай, и вот он трай Селяви атакует. И шарик еще поехал по спаунам синих. Шарик, если честно, был абсолютно не отличный. Спайк также стреляет просто в молоко. Просто какие-то удивительные у нас вещи происходят на карте сейчас. И Джеймсон, и Сквиртл, и Соляви потеряли свои овердрайвы в попытке сделать какую-то атаку. Но по итогу не увенчалось это никаким успехом. 2-2 счет остается. 2,5 минуты до конца овердрайв на центре падает. Мавиха пытается кто-то как-то увозить, но коробочку-то контролируют ребята с коллектива Релакса. Сквиртл даже не стал возвращаться за этим овердрайвом. Сангвин будет разменивать шарик на центре. И по итогу Heartbreaks забирает у него просто из-под носа этот шарик. И по итогу теряют у нас ребята из коллектива Релаксер сейчас овердрайв Ареса. И просто из-под носа воруют в очередной раз. Удивительная игра от Викинга красного команды. И, возможно, с этим овердрайвом будут пытаться как-то строить свою атаку уже ребята из коллектива Хомис. У Мавихи есть только овердрайв паладина за синих. Я думаю, что задефать у него на овердрайве паладина особо не получится. Ну, наблюдаем сейчас, что происходит. Пока что все карманы заняты за Хомисами. И, ой, Сквиртл, Сквизи, как его там, получает по задней части старина Скви. Пытается дефировать, не получается, очень больно и неприятно, очень много здесь. А, вот уже и закончились красные игроки, между прочим, но тем не менее они зажаты на данном этапе у себя в кармане, у себя на базе. Нужно раскрываться, как бутон красивой розы, Никита. Бам, ой, там насквозь просто убивает Heartbreaks, еще немного поддамажил Джеймисона. Сквиртл, правда, без овердрайва. Вот сейчас Мавиха будет какой-то делать уже потенциально важный шаг на Туриона. И что там делать? И что это было вообще? И Мавиха забирает. Ребята, вызывайте, звоните кому-нибудь. Это был провал просто конкретный. Но Heartbreaks, смотри, это прокосный великолепный спайк. Нужно дропаться на лоу-граунд и возвращать флаг, да. Есть возврат сейчас от спайка, скидка от Мавихи под целого Сквиртла. Ну и это доставка третьего флага от коллектива Relaxers будет. Овердрайв на центре, нужно контролировать Хоми сейчас, если не хотят вернуться в игру как-то. Сангвин против Джеймсона. Тут будет пытаться Джеймсон, уже забирает эту коробочку, будет пытаться как-то сейчас колить своим союзникам, чтобы они зашли под этот шарик. Но у Сквиртла появляется роковая, как по мне, для коллектива Хоми с овердрайв Викинга. Сейчас нажимает он его сразу, даже не думая. Просто-напросто искоренит сейчас любую попытку ребят из Хоми на заход. Джеймсон отправляет на рез в очередной раз. Время просто утекает из лап хомяков, и
как мне кажется, здесь уже никак нажать овердрайвы свои не получится. Джеймсон на респе, Филадельфия также. Ну и Тунтурион уже летит на всех парах сейчас под шарик. Солеви будет пытаться заходить, лечит его шарик очень хорошо. Будет пытаться дальше увозить, есть у него еще своя аптечка, но Никита сосулю просто дает во все это дело. Разбирается с двумя своими оппонентами. Тунтурион с респа будет подхватывать этот флаг, но, к сожалению, у него увести также не получится. Филадельфия дает свой овердрайв в деф. Ну и 3-2. Выигрывают этот раунд ребята из коллектива Relaxers. Вот как после 0-0, 3-2 уже выглядит намного интересней. Однозначно. Здесь я с тобой согласен. 3-2 прямо, причем сочный 3-2. Не, как это сказать, не просто, да, еще увезли там с пустых респов и все, как бы. А прям на класс растей была реально жесточайшая битва, в которой победили у нас синие. Так, а синие у нас это... На секундочку. Это Relaxers. Relaxers, ага, то есть, да-да-да, я просто уже вышел, чуть-чуть потерял этот момент. Ну, хорошо, старина Сквизи, я думаю, доволен немножко, но все равно руки-трясуки все равно должны быть. И о расслаблении вообще речи не идет, я надеюсь. Потому что впереди у нас Red Alert, а Reddick у нас кто взял? Reddick — это выбор коллектива Relaxers. Relaxers. А, ну, значит, может, знаешь, может, будет какой-то самоуверенность в себе какая-то сейчас возникнет, потому что, типа, а-ля, это наша карта, мы сейчас зайдем, там развалим. Я думаю, такого не должно быть, да? Конечно же, нельзя недооценивать своих соперников никогда. К слову, хочется подметить, что Red Alert, эти ребята в первом туре не играли ни одна другая команда. Relaxers сыграли матч против Metamorphosis, играли они Иран и Сандал, отыграли всего 3 раунда и безуспешно проиграли коллективу Metamorphosis. В свою очередь же Homies против Step Sisters играли Перекресток и Сандал, и... На самом деле, там борьбу они дали очень хорошую против Step Sisters. Меня даже в момент заставили понервничать, но все-таки мои ребята смогли, можно так сказать, на волевых выиграть эту встречу. Поэтому Homies — грозная команда, и то, что Relaxers сейчас выходит вперед, как по мне, показывает то, что и Relaxers нельзя недооценивать. Да, однозначно, однозначно. Комментарий чата: майор устал... Ну, немножко, так скажем, сегодня был плотный график, прям конкретно, кортисолу в курсе всех деяний, скажем так, поэтому, да, немножко уже вот под конец дня подустал. Но, в принципе, все нормально, у меня очень бодрая компания, очень бодрая публика, я все равно пытаюсь сжать вот себя все соки, передать вам позитивную максимальную энергию, просто еще и чай закончился, вот, ну, все хорошо, в принципе. А ты заряжен, кортисол, вообще на еще 6 раундов? Конечно, хоть все 12, хоть до рестарта, я готов это смотреть. До рестарта, да. Причем хорошие команды-то играют, реально. И игроки сильные, и команды хорошие, и Тамада тоже неплохой, поэтому будем наблюдать. Reddick 1-0 у нас по итогам. А, погоди, у нас картина это следующая вообще. Сейчас могут, в принципе, Relaxers-то закончить все это деяние, если я не ошибаюсь, своей победой на Red Alert, да? Да, сейчас коллективу Relaxers необходимо выиграть всего один раунд, и встреча будет закончена для Homies. Ничья еще Homies устроит, но я уверен, что эти ребята настроены на победу и только на победу. Перезаход у нас уже написан, будем ожидать начала третьего раунда противостояния Relaxers против Homies. Да, действительно, сейчас перезаходы. Будут ли у нас... какие-то изменения в составах? Нет, пока что остаются на тех же горячих игроках. На тех же горячих игроках, которые прошли весь этот путь в 2 раунда, скажем так. Напомни, пожалуйста, сильная сторона у нас... Красная сторона сильная, Хомис сейчас будет начинать за эту сторону. Ага. Но много я обсуждал с кем... С тем же даже Сотниковым Ваней по поводу сильной и слабой стороны на Red Alert, и абсолютно с большинством мы пришли к выводу того, что красная сторона считается сильной, и все же есть в ней небольшое преимущество за счет того, что с нее сложнее увести флаги, но у сильной есть также кое-какие-то плюсы тем, что овердрайв на центре контролировать намного проще, у тебя подъезд есть и с респа, и с центра, и поэтому как-никак более-менее эти базы сбалансированы. Ну, слушай, а что хорошо, важнее, как ты считаешь, подход к базе или контроль овердрайва?
как мне кажется, если контролировать этот овердрайв, то, в принципе, тебе будет хватать просто-напросто ультимативный FDF нажимать. Если у тебя хороший контроль, то ты в этом плане не просядешь. Ну, а за красную просто-напросто по фокусу можно намного легче контролировать, чтобы у тебя не узли флаг. Mm-hmm. То есть ты хочешь сказать, что все-таки сильной стороны нету? Если оба коллектива реализуют грамотно все свои овердрайвы и играют практически безошибочно, я считаю, что нет сильной стороны на этой карте. Что ж, посмотрим, релаксерсы будут это доказывать через 20 секунд. Да, а кто у нас забрал овердрайв? Сквиртл законтролировал овердрайв на центре, да. Как раз таки синяя сторона. Будет овердрайв викинга с респа, посмотрим за его реализацию. Ну и опять же таки, на... Получается, на молоте у нас будет отыгрывать Сквиртл, в свою очередь, на смоке. У нас Heartbreaks остается. Ну и Red Alert, казалось бы, такая открытая карта. Очень много прострелов у смоки есть, очень много урона она может дать издалека. Но все равно у нас Сквиртл выбирает молота, и посмотрим за его выбором, посмотрим за его реализацией. Погнали! Третий непосредственно раунд. Сейчас на центре Сэнджин поднимает Орим комплект, его просто со всех сторон забомбили там снарядами, погибает. Ну это первое, кстати, первое убийство на карте сейчас произошло. Два уже оформляют красты, вот он и Мавиха открывает счет за свою команду. Я так понимаю, Мавиха это у нас мульт. Правильно, да? Или нет? Просто какой-то ранг маленький у человека. Да, это мульт игрока с ником Аска. У него еще был ник Космонавт когда-то. И вот он с альтернативного аккаунта выступает сейчас в коллективе Релаксер. Тут небольшая перестрелка и в лесу, и на центре, и каналы. Как-то Никита в одиночку против троих тут пытается давить. Овердрайв на центре у нас падает, пока что не выдвигается Сангвин на его контроль. Возможно, ожидает он чего-то, но прилетает ему роковой страйкер от Филадельфии. И Салеви, возможно, сейчас заберет эту коробочку Сквиртл с центра на одной нитре. Нажимает овердрайв викинга, разбирается с вражеским оппонентом на паладине. Ну и по итогу контролирует эту коробочку. Разменял он по факту свой овердрайв, но никаких особо моментов за это дело не успел создать. Нажимает он второй овердрайв. Мавиха уже тем временем спрыгнул в лоу-граунд. Пытается как-то увозить флаг под мост. На 0 хп абсолютно. Сквиртл разбирает просто двух своих оппонентов. Ну и вероятнее всего это будет доставка первого флага от коллектива Релаксерс. Но нет, Антурион отличная реса имеется. Сангвин будет пытаться блокировать его, на пол хп остается. Джеймсон даст еще урон, и возможно Антурион вернет этот флаг абсолютно в одиночку против вражеской команды. Он это делает. Я знаешь, хотел сначала сказать, когда даблкил оформил Сквиртл, он такой именно Бон Аппетайт устроил. А потом после этого произошло что-то, какой-то краш, я не знаю. На базе там как и не рассчитали, просто ни одного респа даже не было там на синей базе. Никто не смог ничего предпринять, чтобы перехватить этот выпил жестко 0-0. Хотя вот понюхали, все-таки дотронулись первые релаксерсы, это стоит записать в наш блокнотик. Да, действительно, такая первая угрожающая атака. Потеряли ребята из релаксерс овердрайв викинга, но смогли создать очень угрожающий момент своим оппонентам, но все-таки можно сказать, что Хомис оделась легким испугом. Татурион взял все свои руки и смог вернуть этот флаг. Никита тут отправляется на респы. Овердрайв на центре у нас будет сейчас выпадать. Выдвигаются уже ребята из коллектива Хомис на центр, чтобы его контролировать. У Джеймсона есть уже шарик Ареса, и возможно он будет пытаться как-то его разменивать, потому что своего викинга просто-напросто не подпустят. Нужно добивать спайка сейчас, нажимать уже прямо сейчас. Есть прожатие сейчас от Джеймсона. По Тантурион этот шарик будет работать. Никита тут не попадает сосули в упор Никита и будет пытаться вот Тантурион увозить дальше на сотку. Джеймсон тем временем еще овердрайв на центре будет забирать шарик от Сангвина в мимо, просто в молоко. И это доставка первого флага от коллектива Хомис сейчас. И отличная игра от них. Еще там чуть-чуть спасительная ракетка немного давала надежды на то, что Тантуриона все же убьют, выиграется какое-нибудь время, но нет. И вот шарик Ареса, да, как-то вот не подрасчитал чуть-чуть все-таки Сэнджи, но пахло, в принципе, неплохо. Пахло вкусностями, если бы чуть бы пораньше все же он выпустил и прорядил бы вражеского флагоносца. Так, Сквиртл вообще с кем-то дерется в углу с Соливи. Они решили, две сталины именно решили разобраться по-мужицки, уйти в угол и сражаться один на один. И тут Мавиха немножко вмешался. Так, смотрим. Пока что все. Пока что все команды, вообще стрельба перестала. Только один Татурион вроде немного устраивает нагоняй.
Да, ну и уже начинают строить атаку ребята из коллектива Хомис. К сожалению, Джеймсон добили, если не ошибаюсь, он на аптечку просто-напросто не нажался. Левита тут уже прожался под мостиком, он будет пытаться как-то со Сквиртлом перестреливаться, но Сквиртл поставил просто ему минку в проход, и Солеви не может никак проехать в данном случае, и просто-напросто отправится, вероятнее всего, на респ, так и происходит. И буквально сейчас уже массивная контратака от коллектива Релакса, Сквиртл с Никитой, также Мавиха по респам есть, просто ныряет он на вражеский флаг, нажимает его драйв, половина без аптечки остается, пытается будет как-то сейчас на центр сместить этот угол. Там Турион только на перехвате будет пытаться ехать на вражеский флаг. И, к слову говоря, Сангвин пока что его пропускает. Хердбрейк в центре, нажимает ее драйв фитинга, пытается накинуть урон, но просто-напросто не попадает. Есть отличное прожатие овердрайва РС от Джеймсона, но Спайк там тоже обоюдно вернет. И опять острый момент от Релаксерс, но не могут они никак довести его до конца. Да, что-то как будто мешает, но хороший овердрайв был действительно от Джеймсона с, на Рессе, и да, так и есть. Мне хочется назвать Джеймсона как Джеймисон. Все, кто знает, те знают, что это такое. Осуждаем, если что. Вот, поэтому есть половина раунда, уже прошло у нас, и пока что 1-0 впереди ребята из Хомис. Наблюдаем, Heartbreaks. Нужно немножко подождать, мне кажется, спокойно. Ну, ничья, кстати, ничья это не заканчивает данную игру. Только ухудшает ситуацию у ребят из Хомис, да, к четвертому раунду, скажем так. Если... Ой, тут вообще какая-то заруба, просто 3 на 3, ничего себе, какая принципиальная. Просто разделились, ты посмотри, что происходит, еще Никита вмешивается в это все. Победителями можно назвать пока что непонятно, вроде Джеймсон и Heartbreaks выжили здесь, правда, на лоу хп. И продолжать эти атаку уже не могут. Все застопорилось, все, тишина, Джеймсона наказали, вот и все. Да, ну и потеряли в этой перестрелке ребята из коллектива Хомис свой овердрайв паладина. У Сквиртла появляется овердрайв викинга. Сейчас овердрайв на центре будет падать. Сквиртл уже нажимает, овердрайв викинга разбирается с первым своим оппонентом, пытается накинуть как-то урон еще и по двум оставшимся, но не попадает, просто-напросто рикошетами отправляется на респ. Как по мне, плохое поражение сейчас от викинга синего коллектива. Мы пронаблюдали, овердрайв на центре падает. Нужно сейчас Хомис выдать фокус по аресту, но нельзя забывать про Мавихи, который в очередной раз в тылы как-то пытается нырнуть своим оппонентом. Никита также уже не с каналов играет, а просто с атаки нажимает сосулю в никуда абсолютно. Овердрайв на центре раз Сквиртл восстанавливает себе, можно условно сказать, что он в том случае нажимал в размен, но все-таки на самом деле ему повезло, что ребята из Хомис уделяли внимание своему флагу, нежели овердрайву. Ну и как-то сейчас сбалансировалась обстановка на карте, но 3,5 минуты до конца. Сквиртл в очередной раз нажимает удар фикинга, разбирается с Зеляви. Также по хардбрейксу сейчас будет пытаться накидывать урон, разбирается со своим вражеским викингом. Ну и пытается заходить на флаг без аптечки, пол хп он остается по Джеймсону. Не попадает сейчас Крусайдер красной команды. Ну и везет на 0 хп абсолютно Сквиртл, разбирается с ними, и Джеймс уже на всех парах вернет этот флаг. Возврат. Это анлаки, это, я не знаю, титул анлаки надо дать сейчас релаксисам, уже третий увоз, причем такой сытный увоз, но, опять же, какая-то помеха. Ой, там на базе, что происходит вообще там в полном канале у красных, Мавиха на паладине, только вот нет овердрайва, Соливина стреливает в спину, нету никакой поддержечки здесь, помогите Мавиха кто-нибудь, он остается один, рядом никого нету, к его большому сожалению, кстати. Так, Спайк, ракета полетела. Так, ну, Никита, будет какая-то легкая такая попытка, легенькая максимальная, ну и Никита тоже убьют. Пока что увозов не планируется с обеих сторон. Да, ну и очень отчаянно ребята из коллектива Релаксер заходят на вражескую базу просто раз за разом. Уже даже Крусейдер играет не с каналов, идет, едет лево, шарик какой-то просто с респа дает Сангвин, который ничего не делает абсолютно, но пытается сейчас он на центре уже контролировать очередной овердрайв, ну и заберет он эту коробочку, скорее всего сейчас остановит овердрайв Ареса свой, и будут еще какие-то шансы у ребят из коллектива Релаксер, чтобы сравнять счет в этом раунде. Спайк с Сквиртлом тут с каналов уже пытается заходить, Никита также уже за белым домиком пытается крутиться против двух своих оппонентов, но его довольно быстро разобрали. Спайк на 0 хп, также тут долго не поживет. Сквиртл с поляны заходит на вражескую базу, будет накидывать урон сейчас по вражескому хантеру, на 0 хп он остается, и Соляви в данном случае оформит возврат. Без... Ой, как же много красок здесь, это прямо не настырно, настроены на победу здесь Хомис, и вот ответный шарик Ареса, прям хорошо Джеймсон должен отлетать, Филадельфия чуть-чуть, ой, как... Мне показалось или как-то шарик далековато дамажил, нет?
Сейчас будет подсадка под Тантуриона. Ай-яй-яй, там... Ай-яй-ой, как больно, Никита, вовремя оказывается Тантурион здесь. Да, и 2-0 до конца минута. И я думаю... Давай, я немного стану гадалкой и предскажу будущее. Мы смотрим четвертый раунд. Не могу с тобой не согласиться, действительно все сводится к тому, что мы будем наблюдать четвертый раунд, но ребята из коллектива Relaxers как-то пытаются этому вас поприветствовать, но Heartbreaks, отличное прожатие овердрайва Викинга от него сейчас во вражеского паладина, также по Сквиртлу будут пытаться накидывать урон, Сквиртл тут ребята из коллектива Хомис не пропустят, 40 секунд, время просто-напросто утекло, возьми даже сейчас Relaxers Хоппера и Васпа, мне кажется, что они два флага бы не увезли, пусть их оппоненты даже АФК встанут, времени просто-напросто не хватит, Никита тут уже на последнем издыхании как-то пытается увозить, Спайк нажимает овердрайв в никого. И тут еще Сангвин подберет овердрайв на центре, возможно, еще даст, и пытаться будет как-то доставлять этот флаг. Ну, а Мавиха не подбирает, там Филадельфия, там не Филадельфия, там Тутуриона оформляет возврат, и Солеви тут на конвейере пытался уходить, Никита, отлично, сосули от него. Ну и вот и мы пронаблюдали первый раунд Red Alert'а. Было очень много контроля овердрайвов от коллектива Relaxers, как я и говорил, за эту базу намного ее проще контролировать, но... Вести флаги-то просто невозможно практически. Очередной шарик от Сангвина, ну там он просто никакущий. Летели шарики. Как мне кажется, чтобы увести флаг за синюю базу, Аресу нужно заехать и давать шарик по респаму. И в противном случае это сделать будет очень-очень сложно. Слушай, ну на бумаге я увидел два конкретных увоза, точнее, если прям правильно выражаться, от Relaxers. И один такой полу-полу, ну, там они далеко не уехали, просто этот, наверное, такой крайний был, последний, наверное, да, увоз прям от Relaxers, вот, так что для меня это 2-2, так что при любом даже раскладе, если было бы 2-2, мы бы смотрели четвертый раунд, не дотянули здесь Relaxers до, вообще, в принципе, 3-2, но по факту мы имеем 2-0. Так что все отлично, все великолепно здесь у Хомис. Я думаю, они словили эту войну волну, извиняюсь. Оговорочка. Волну хайпа, однозначно. В хорошем тонусе они находятся. Какой-то подбадривающая речь залетела однозначно. И немаловажная новость. У нас берется техническая пауза. Да, действительно, техническая пауза от коллектива Relaxers. Я думаю, что она уместна в данном случае, нужно как-то собраться, обсудить, потому что 2-0, как по мне, это не то, чего они должны были ожидать на Red Alert, потому что Red Alert такая карта небогатая на увозы, но все-таки довольно-таки казалось бы, что ребята из коллектива Relaxers очень явный прессинг оказывали на Хомис, давили их практически весь раунд со стороны леса, так точно, но вот буквально раз увоз, два увоз, редко, но метко ребята из коллектива Хомис делают заходы и результативными они оказываются. В свою очередь Relaxers бьются в эту стену, но никак не могут ее пробить. Да, однозначно. Однозначно. Что-то мешает, знаешь, им постоянно. Вот эта стена слишком крепкая, они бьют ее и ногой, и молотами, и руками, и тяжело им приходится. Все в шаге они от этого привоза, увоза. Сейчас посмотрим вот за сторону, какую они будут играть. Играют они за красную, которая якобы, да, номинально сильная. Ну, Кортисола это оспаривает. Вот, но пока что у нас Хомис справились с этой задачей, за номинально сильную сторону сыграли в победу 2-0. Вот, а давай спросим, вот интересно, подбодрим немножко чат, а то они немного там уснули. Как вы считаете, ребята, кто же все-таки выйдет победителем из этой встречи? У нас 1-1, это может быть решающий раунд, исключительно только ничья может исправить ситуацию. Мы тогда пойдем смотреть уже пятый раунд на... Ну, там вообще третий раунд получается на Red Alert, и пятый раунд в сумме. Вопрос. Вот так вот. А может, ты придашь немного нам ясности, аналитики, немного внесешь, кто в этом раунде все-таки победит? Ну, кто победит в этом раунде, на самом деле, предугадать невозможно, потому что на песочнице была довольно равная игра, и все-таки ребята из Relaxers смогли открыть счет, а вот Red Alert выглядит... Хоть и довольно зажатая и пассивно, можно сказать, играют ребята из коллектива Хомис, но как только у них появляются овердрайвы, они их очень грамотно реализуют, тем самым возя флаги. С этим нужно что-то придумывать ребятам из коллектива Relaxers, нужно как-то нажимать свои овердрайвы, потому что три шарика от Сангвина я видел, и ни один из этих шариков не был просто
практически даже урона не дал, там только на центре как-то он сбрил двоих, но особо сильно на ситуацию это никак не повлияло, и нужно как-то более экономно, что ли, и более на верочку играть ребятам из коллектива Relaxes, потому что фактически в прошлом раунде они еще выигрывали, их устраивала бы условная ничья в том раунде, ничья в этом раунде. Они могли просто играть пассивно, играть в ТДМ, принимать своих оппонентов, но после первого доставленного флага от коллектива Homies они просто вчетвером чуть ли не ехали лево, пытались давить просто своих оппонентов, тем самым правый фланг у них проседал явно, и этим ребята из Homies во второй раз воспользовались и доставили уже второй флаг, и этот разрыв уже никак не смогли Relaxers сократить, и так и закончился раунд. Техпауза стоит, я думаю, что сейчас Relaxers как-то успокоятся, просто-напросто выдохнут, отпустят ситуацию, что было в прошлом раунде, настроятся на следующий, и мы увидим уже более конкурентоспособную игру и более яркую. Ну вот смотри, появляется моментами, заходит в лобби VIP-казах, это... Ты знаешь, да, кто это? Сильный игрок? Да, я знаю этого игрока, он играл в клане Сквизи, он же... Сквиртл сейчас очень давно, еще когда был коллектив РТБ, это был прошлый зимний мажор, и поэтому в этом, можно так сказать, клане этот игрок давно, находился он на замене, но вот, судя по всему, готов он выступать, явно показывает это своим присутствием на карте, посмотрим, будут ли действительно какие-то замены со стороны коллектива Relaxes, потому что Homies точно никакие замены не нужны, они чувствуют себя превосходно, как минимум на Red Alert, так точно. Ну, как ты считаешь, если сейчас VIP-казах выйдет, это усилит возможности Relaxers на победу? На самом деле, спроси ты меня до матча, я бы сказал, что это даже отчасти не усилило бы ребят из коллектива Relaxers, потому что Никита прошлый РМР фантастическую какую-то игру на Крусейдере показывал. Действительно, очень выдающийся был Крусейдер на прошлом РМРе. Прям я бы его поставил в топ-5 игроков на Крусейдере именно на том турнире, но пока что первая встреча, что сейчас, я прям не могу сказать, что у него идет игра. Очень много сосули в молоко, очень много неточностей, очень много, оказывается, он не там, где нужно, и пока что его игра оставляет желать лучшего. Посмотрим, заменят ли его, но пока что мы наблюдаем, что он остается на карте. Так, да, пока что тот же составчик. Тот же составчик не выпускают. Но, как ты ранее сказал, действительно, как будто готов он прямо разрядить обстановочку с собой, всеми этими силами захождения в лобби, рвется он в бой, но говорят, что нет. Это хорошо, когда есть замена, потому что в прошлом матче как раз-таки этой замены не хватало, у нас ребята из... не помню уже, коротко говоря, ББББ... Как их там? А, Bad Decision. Вот, не хватало им вот этой вот замены, и они вчетвером рубились на решающей карте, как раз-таки, где они могли бы, в принципе, камбэкнуть. Вот, это хорошо, то, что VIP-казах всегда здесь наготове, всегда здесь. У нас битва уже, кстати, на, ну, хотел бы сказать, на центре, но на мостике, фактически на центре. И Сквиртл занимает верхнюю позицию, да, за битву, так сказать, за овердрайв. Да, пока что просто борется оба коллектива на центре за коробочку, но пока что она, можно так сказать, издевательски не падает, и, как мне кажется, даже с респа, возможно, упадет данный овердрайв, что, можно сказать, на руку ребятам из коллектива Homies, потому что с их респами его контролировать намного будет проще, ну и 19 уже секунды, просто время утекает для этого овердрайва, и... В действительности увидим мы его уже после делитов. Оба коллектива будут настроены на то, чтобы его забирать. Ребята из коллектива Relaxers сдавать фокус по нему. Ну а Homies, в свою очередь, подобрать эту коробочку. Однозначно. Однозначно так и есть. Так, наблюдаем. Четвертый раунд у нас уже. И да, вот она, ожидаемая коробка овердрайва. Сразу же Селеви пока что наблюдает. Туда же и Филадельфия, туда же все просто летят на этот мост. Оставят, наверное, да, Паладин все-таки оставит. Понимая, что... Вот, мне кажется, немножко рассинхрон, да, случился. Вроде как хотел забирать Викинг из команды синих. Этот, но забрал по итогу Арес. Не знаю, показалось мне так, как будто они столкнулись в последнем моменте перед забиранием этой коробки. Ну, будем надеяться, что все получилось так, как они хотели. Возможно, немножко распереживались, но в любом случае, при любом раскладе, есть шарик Ареса. Это полезная штуковина при атаке, при хиле. Так что, ну, возможно... Как ты считаешь, шарик Ареса или же ульта Викинга все-таки важнее?
Но на самом деле, что тот овердрайв очень сокрушительный и очень универсальный, что тот овердрайв, что этот, можно нажать и в деф, и в атаку, как-то помочь. Единственная разница в них, это то, что овердрайв викинга копится дольше, и действительно предпочтительнее забрать на центр именно ему. Но в данном случае, может быть, какая-то мискоммуникация произошла в конференцию у ребят из коллектива Хомис, но все-таки коробочку забирает именно Джеймсон, поэтому Heartbreaks будет ожидать следующую дроповую, ну или уже ждать, пока накопится своя. Но и хочется подметить, что на радарте овердрайв Ареса, когда он появляется свой, ты практически все оставшиеся даешь просто-напросто брасмен. Но так как он подобрал дроповую, он разменивать может овердрайвы намного-намного начать раньше это делать. Но пока что просто-напросто будут ждать эту коробочку. Пытается как-то солеви с центра заходить. Джеймсона шарик летит под этого паладина. Сейчас успеет ли вылечить? Аптечку нажимает солеви, но успевает его до шарика убить. Вот про что я и говорю. В очередной раз ребята из коллектива... В прошлом раунде это релаксис, в этом раунде это Хомис. Пытается дать этот шарик с центра. Но не получается это сделать, потому что нужно ехать на респы и давать его с респов. И если в противном случае у тебя один паладин заходит, его просто-напросто сотрут до этого шарика. Ну и пытаются какую-то контратаку сейчас навязать ребята из релаксерс, но, как мне кажется, здесь уже ничего не получится им сделать. Ну да, так скажем, своеобразно решили одного паладина кинуть под всю батагу красных, еще и под шарик Ареса, который вообще, в принципе, даже не успел подхилить в долю секунды. Но там, не знаю, много бы он успел бы дать, все равно в дом там врезался. Ну ладно, Соляви пока что зажался против Мавихи, два рикошета сражаются за величие побеждает все-таки Мавиха. Ну и плюс, да, у... Синего. Ой-ой-ой-ой-ой, Никита, а ну-ка, айсшот есть, вот он попадает по Heartbreaks'у. Филадельфию туда же отправляют в гараж. Так, перехватывает Сенджи, не самый быстрый корпус в этой игре. Будет подсадка под спайкой. Хомис это все видит, это все делают. И, ой, извиняюсь, релаксерс. И теперь, да, спайк уже доставляет первый флаг на красную сторону. Вот и выходит, ребята, из коллектива Relaxers вперед. Мавиха пытается как-то второй под шумок увести у своих оппонентов. Солеви тут будет пытаться с респа ДДшки накидывать ему урон. Филадельфии нужно развернуться, но не разворачивается. Он сейчас, Мавиха, очень далеко тянул флаг. Никита будет пытаться на подхвате сейчас работать, но пока что просто позиционно решил он отыграть. К слову говоря, у Сангвина есть шарик Ареса, но он, к сожалению, не в том месте карты находится. Сейчас спайк нажимает овердрайв одного тут Ориона, Никита добивает. У Мавихи есть овердрайв паладина. Я думаю, что он в случае чего даже мог бы нажать, но и без этого справятся ребята из коллектива Релаксис, и буквально за минуту доставляют они два флага. Отличный заход по стелсу от Мавихи, оттянул он очень далеко флаг, ну и грамотно позиционно, не стали торопиться Релаксерс, просто-напросто сначала перестреляли своих оппонентов, а потом уже сделали заход. Джеймсон, овердрайв с центра, шарик сейчас дает, просто в небо летит этот шарик, не подлечит он уже здесь никого из своих союзников. Heartbreak нажимает овердрайв викинга, также Солеви нажимает овердрайв паладина, блокируют они немножко друг друга, но Heartbreak все-таки вытергивает этот флаг под на поляну. Сангвин с центра, если что, даст шарик, я уверен в этом, но пока что не торопится, стирает его просто-напросто Джеймсон отличным выстрелом грома. Солеви без аптечки выбирает траекторию по центру. Очень рисковая траектория, добивает его. Филадельфия на подхвате, есть шарик. Флаг находится сверху сейчас. Очень проблемная позиция для него. Филадельфия овердрайв по одному вражескому паладину. Без аптечки остается уже Мавиха. И доставка первого флага от коллектива Хомис будет. Но есть контратака сейчас от Релаксера. С Мавиха с овердрайвом паладина ждет шарик от Сангвина, который уже летит со своей базы. И шарик будет сейчас работать. Но работает он слишком поздно. Но все-таки подлечил он сейчас Квиртла. Никита на подхвате есть. Без аптечки на центр пытается увозить, 0 хп. Добивают его. И возврат от коллектива Хомис будет имеется. Ну и эта атака ни к чему не пришла. Доставка от коллектива Хомис отлично. Возвращается не в игру. 5 минут до конца у них еще есть, чтобы сравнять счет. Да, это более чем достаточно, на самом-то деле, чтобы перевернуть, вернуть все, что только можно. Да, в принципе, даже не чай их устроит, чтобы пойти на следующий уже раунд. Слушай, а если будет все-таки, а если будет пенальти, то остаются они на этих сторонах, да? Да, да, они останутся на этих сторонах. На все оставшиеся раунды, да? Или меняются? Ну, как минимум на пятый раунд. На первый раунд пенальти они останутся за эти же стороны, последующие они будут меняться. Меняться все-таки, ага, я понял. Так, Сквиртл, хорошо, умирает. Все-таки Мавиха, лоу HP. Ну, кто-нибудь дайте плазму, не достает от Селеви. Тантурион. Ой, Рельсой промахивается. Вот это тотал эррор. Что же это будет? Это будет доставка. Вот тут шарик от Джеймсона. Филадельфия, Никита просто падает, напоследок дает рельсу в Селеви, погибает Никита там в полном минусе, точнее. Филадельфия, low HP, Сэнджи на дефе, Джеймсон, точнее, Мавиха. Ой, здесь большое просто скопление танков, битва за этот красный вымпел, Селеви, заканчиваются игроки синих, Heartbreaks остается последним, так сказать, бастионом в этой всей истории.
со стороны Хомис, Тантурион приходит, а вообще просто рубится со Спайком. Филадельфия не успевает, Никита возвращает на базу знамя. Да, ну и сейчас ситуация у Хомис уже немножечко понеприятнее. 4 минуты до конца, им уже нужно как минимум сокращать разрыв. 2 флага будут пытаться они как-то сделать слез. А сейчас Залеви вместе с Хардбрейком заходит по Мавихе, будут накидывать урона, разбираются с ним. Но Никита здесь, довольно неожиданная позиция. Я думаю, что для синей команды, что Никита отыгрывает именно прямо от них. Но разберется сейчас Залеви и с ним. Сквиртл с противоположного фланга на своей смоке. К слову говоря, взял смоку у нас все-таки Сквиртл после молота на прошлом раунде. Он переодевается на смоку и... Может быть, за счет этого, может быть, за счет еще каких-то других факторов, но пока что игра у Relaxers выглядит намного лучше, нежели в прошлом раунде, когда он был на молоте. Ну и выдвигаются оба коллектива сейчас, скорее всего, на центр, чтобы контролировать дроповый овердрайв, который у нас будет буквально скоро. Джеймс, по-моему, их будет пытаться как-то накидывать урон с паладином, разберутся. Сквиртл с леса нажимает овердрайв Викинга, разбирается с первым, будет разбираться с Джеймсом, с Реви также, скорее всего, сейчас разберется. Но на 0 хп уже остается Сквиртл, я думаю, подобрать ему флаг овердрайв будет очень сложно. Там под шумок увозит у нас Турион, но его все-таки разобрали, но Сквиртл на центре забрал овердрайв, и получается, что очень отличный размен от него вышел. Да, неплохо, подогрели в этом эпизоде интерес. Спайк. Так, Мавиха, с кем Мавиха? А Мавиха стреляется с Ляви, ой-ой, вот это жестко. Никита там пока что не видит момента, чтобы увозить этот флаг, а вот у Сквиртл наконец-таки есть проказ. Хорошо, также сразу же контратака от Хардбрейкс и Джеймсона. Хардбрейкс пока что живет, Спайк в молоко выдает Овердрайв Хантера. Сквиртл, вот Хардбрейкса не убили, он не меньше, чем половины хп. Ой, да ладно, это размены, нет овердрайв, нет ничего, Сенжин, в принципе, неплохо спавнится на том фланге, которому нужно, чтобы выдать дамаг по вражескому флагоносцу. Спрячется у нас, кто это у нас, это как раз Сквиртл, не передал никому флаг Джеймсон. Нету никаких сил, чтобы остановить данного Ареса Грома, и это размены, 2 минуты. Овердрайвы есть у Тантуриона, есть, в принципе, у Филадельфии, то есть Хантер готов врываться... Со всех ног. Отдали, кстати, у нас красный флажочек Никите. Ой-ой-ой, вот это Турион! Хорошо! Ой-ой-ой, ну не очень. Тут есть Спайк, Хардбрейк, кто-нибудь должен перехватить быстрее. Есть Сквиртл. Викинг всегда... Больно, очень хорошо. Хардбрейкс, овердрайв. И неужели Солеви будет на конвейере вести дальше? Доставка есть, выигранный размен от коллектива Хомис. Леви сейчас будет пытаться увозить на канал и по широкой везет, чтобы шарик не нанес ему максимальное количество урона. Мавиха тут будет пытаться сотки как-то перекрыть дорогу своему оппоненту по Турриону. Отличный фокус имеется. Филадельфия нажимает овердрайв Хантера, но уже не дотягивается. Буквально чуть-чуть овердрайв на центре падает Дженсону, необходимо его контролировать. Есть подбор от Ареса синей команды. Сейчас Никита пытается как-то увозить флаг без аптечки, он уже остается абсолютно целый. На сотку выдернет Спайк, заблокирует урон от смоки сейчас. Это потенциальный может быть увоз. Филадельфия дает точный страйкер по Никите, но Никита будет тут добивать Мавиха, будет подбирать флаг, он абсолютно целый с удрайвом паладина, шарик там еще от Сангвина летит, этот шарик не от Сангвина, это шарик был от Джеймсона под возврат сейчас, и Тантурион вернет этот флаг минуту до конца, нужно Хомис что-то делать, хайбрейк уже есть, который следствие пытается заходить на вражескую базу, и отличный заход сейчас может выдаться от коллектива Хомис, хайбрейк врезается тут в текстуру, прям просто застрял, рельсу ловит, и по итогу этот заход ничем не обвенчается. Вот даже не знаю, перехватил бы Никита, да, его там как раз-таки на высоте этого Хардбрейкса, непонятно. Но пока что борется, еще сидя, но времени все меньше и меньше становится, нужно быстрее что-то вытворять, что-то придумывать. Никита, ай-яй-яй, увозит! Это, конечно же, не в пользу синей стороне. Так... Синий вымпел стоит здесь, а вот он есть Соляви. Соляви, римкомплект, ничего себе! Слушай, это хватает полностью времени, чтобы сделать ничью, Соляви! Соляви! Кто-нибудь остановите его! Соляви все-таки не погибает! Погибает Джеймсон! Время, ребята! Ой-ой-ой, как же больно, как же неприятно! Хардбрейкс! И все это ГГВП все-таки не смогли они привести, да, команда Хомис. Я уже думал то, что Сквизи по времени, так сказать, немного не опоздал, а поспешил. Со злорадствованием, да, так сказать. Но все оказалось как надо. Все оказалось как надо. 3-2 это победа за коллективом Relaxers. Зачем Соляви там просто скинул флаг, ему не надо было скидывать, ему надо было вести до конца самому. Очень много союзников было, которые заблокировали бы урон, но все-таки решил он скинуть и уехать куда-то на канал и просто там потусить, пока и его союзников просто-напросто испепеляют. Ну и завершается у нас эта встреча по раундам в пользу коллектива Relaxers со счетом 2-1.
Побеждают они, выходят они на статистику 1-1. В свою очередь, коллектив Хомис отправляется на 0-2 и будут ожидать уже там своих соперников. Завтра у нас будет известна сетка. Ну, а мы будем с вами прощаться. Всем спасибо, что пришли, поболели за одну из своих команд. Ожидаем вас завтра в то же время. На 20:00 у нас будет трансляция матча Пипега против Токио. А на 21:00 мы будем наблюдать противостояние коллектива Step Sister против РС. Всем до завтра!